В Армении, мне кажется, вот этот день наполнен особым смыслом, потому что он также символизирует те очень глубокие традиции боевого братства, которые на протяжении истории объединяли наши народы. В частности, это еще один повод вспомнить о той славной великой победе, которую народы Советского Союза и армянский народ, и народ России, другие народы Советского Союза одержали в смертельной схватке с нацизмом и принесли не только нам, но и всему миру все-таки перспективу жизни, свободной жизни, достойной. Сегодня это особенно важно вспоминать об этом, потому что, к сожалению, мы видим, что нацистские проявления, корни нацизма, они не искоренены до конца, и сейчас приходится бороться за то, чтобы все-таки это зло не получило своего развития, потому что это очень опасно, опасно для всех, опасно для мира. Еще должен сказать, что вот в нынешние времена они очень непростые, и Республика Армения, и Российская Федерация сталкиваются с очень серьезными вызовами. Поэтому, конечно, вот уважение к защитнику Родины, к нашим вооруженным силам, дань и благодарности им, они как никогда востребованы. 28 января в Армении отмечался День армии, и чувствовалось, да, вот насколько уважительное отношение к военнослужащим, к защитникам Отечества, и насколько важна их миссия. Россия тоже сейчас ведет борьбу с нацизмом, борьба, которая, в общем-то, для России является борьбой за не только за свою безопасность, но и, в общем-то, за выживание. Это вопрос жизни и смерти российского государства. И, конечно, то, что делают наши военнослужащие, оно это, в общем-то, вызывает очень большое уважение и чувство благодарности в нашем обществе.